5 октября 2017 года на экраны выходит приключенческая драма «Между нами тайтли...» в смысле горы. «Между нами горы». Привет любителям хорошего кино. Я Дмитрий Батицкий, и мне по душе фильмы про выживание. Не думаю, что эта картина покажет нам нечто принципиально новое в данной сфере, но весьма вероятно, что нас ждет добрый и душевный фильм, после которого хочется жить. Врач и журналистка случайно знакомятся в аэропорту после того, как их рейс отменили из-за непогоды. У врача назначена срочная операция в другом городе, а журналистка рискует опоздать на собственную свадьбу. Вместе они арендуют частный самолет, но крылатый Блаблакар терпит крушение в горах Колорадо. В живых остаются оба главных героя и вот эта миленькая собачка. Но выжившие оказываются в полной изоляции от внешнего мира, так как связь не работает, рейс был нелегальный, соответственно, никто их не ищет, и судьба героев зависит только от них самих. В главных ролях Идрис Эльба и Кейт Уинслет. Изначально вместо них должны были быть Майкл Фассбендер и Марго Робби, но оба актера покинули проект. На их место пришли Чарли Ханнем и Розамунд Пайк, но и они слились. Не знаю, почему ушли первые трое, но у Розамунд Пайк в этом большой опыт. А знаете почему? Потому что она исчезнувшая. Кстати, замены коснулись не только актеров, но также сценаристов и даже режиссеров. А это верный признак того, что с фильмом уже не все в порядке. Как говорится, коней на переправе не меняют, тем более между горами. Есть мудрость. Если хочешь проверить друга, возьми его с собой в горы. А в данной ситуации с тобой вообще незнакомый человек, от которого непонятно чего ожидать. Ясное дело, что общая проблема сблизит главных героев. Чужой человек проходит проверку и становится для тебя дороже, чем большинство твоих близких, о которых ты, оказывается, не знаешь ничего. Но я бы до этого хотел увидеть, как страх смерти раскрывает истинную природу героев. Ведь никто не знает, как он себя поведет на волоске от гибели. Надеюсь, этот поворот просто не стали спойлерить в трейлере и показали нам двоих аристократов. Обычно в таких фильмах не бывает однозначных хэппи-эндов, и для того, чтобы картина оказалась впечатляющей и запоминающейся, одному из героев приходится жертвовать своей жизнью ради спасения любимого человека. Но в данном случае очевидно, что у автора другие планы на главных героев. А знаете, почему я так решил? Помните вот эту миленькую собачку? Думаю, именно ей выпала участь погибнуть во имя спасения героев. К тому же, смерть миленькой собачки воспринимается зрителем гораздо эмоциональнее, чем смерть какого-то там мужика. Фильм, безусловно, подойдет для просмотра с любимым человечком и, думаю, будет вполне проходным. Я рассчитываю на 6 из 10, дабы не завышать ожидания. Уж лучше я потом приятно удивлюсь. А так, я обожаю все, что связано с горами, лишь бы эти горы не были горбатыми. Остальные мои видео смотрите по ссылке вверху справа, добавляйте плейлист себе, и он будет регулярно пополняться новыми видео. А также подписывайтесь на канал и помните, смотрите фильмы сердцем, но мозг не отключайте.